крылышки свои. Давай, во, во. Большой. Давай крылышками. Вот того. О, но они, наверное, не сильно летают, просто так перелетают. Да, с ветки. Да, да, да. Не с ветки, а с травинки на травинку. Они прыгают, а потом машут крылья. Большие у них крылья-то, посмотри. Да. А он откуда их взял-то? Он сейчас без крыльев был. Вытащил где-то. А он у него под этими, вон они, смотри, сейчас я покажу. Давай, раскрывай, раскрывай, раскрывай его. Ну ладно. Вот эти боковые-то у него крылышки. О. Что, ребята, всем доброе утро. Всем доброе утро. У нас все хорошо. Мы благополучно пережили эту ночь после Диминых рапанов, которые поели. Да, нормально. В общем, все было нормально. Вот. Диме понравилось. Мне так, знаете, ну, экзотикой. Ну, вот само вот когда ты ешь, и ты понимаешь, что ты ешь, вот как-то вот, ну, не отвращение вызывает, ну, не нравится. Вот если бы мне дали попробовать, сказали: Лен, как ты думаешь, что это? Я бы, может быть, более спокойнее съела это. Хотя, на мой взгляд, такие же не мидии. Не быть нам в Таиланде, такие, где едят же тараканов, мух там и прочее. Такие же мидии обычные. Не, мне показалось, мясо, что такое. Это все-таки не мидии, а вот, знаете, такой переваренный этот мясо. Кальмара, да. А мне на мидии. Едем на море, посмотрим, что у нас сегодня. Море холодное. Мы уже потрогали. Прям заметно по сравнению с вчерашним днем. Похолодало. Как тебе? Попривыкнуть, будет тепло. Да? Смотри, сколько медуз. Вот медузы, вот. Смотрите, сколько их здесь, да? Выбросила на берег. О, нет. А? Лед, да, холодная. Холодало. Да. Тут знаешь как, нырнуть и вынырнуть. Саш, моги сидеть мне не надо. Да я вообще не буду купаться. Да? Я считаю, что я вообще не пойду. У меня только насморк прошел недавно. Нет, ну это холодно. Еще плюс ветер вот этот вот. Дима все с Сашулькой трогает воду. Сашке вроде покупаться хочется, но холодное. Это они дерутся? Не знаю. Знакомиться. Знакомиться? Диму поймал. Ну это не крабики, да? Это какие-то рачки маленькие. У него рачки, тоже, смотри, да? Видишь, щупальца есть, смотри. Да. И вот их вместе соединил. И мы сейчас наблюдаем. Один вылезает, второй вылезает, да? Явно сильнее. Ну, это здоровье. Напирает. Я их нашел, они были. Ну и боится еще. Они тоже были. Вот этот здоровый держал вот этого маленького. И лез. Значит, туда. Он больше. Потому что он его сожрать хотел. Смотри. У этого глаза и маленькие щупальца. Смотри, видела? Смотри, у него щупальца. Как у краба. Как у рака прям. Я пока лежала тут в палатке, монтировала влог, потому что вчера не успела. Дима тут с Сашулькой построили траншею какую-то, окопы какие-то. В общем, и решили покупаться сходить, потому что время уже час дня, хочется домой, жарко, море холодное. Сейчас искупаются, сразу вылезут, оботрутся и поедем тогда. Не прогрелась? Смотрите, да? Медуз-то. Вон они. Нет, водичка холодная так и осталась у меня. На песке лежала. Все коленки в песке.
чуть подальше пройду. А то сегодня море совсем показало малых. Ну, прям такой спокойный, красивый сегодня. Чуть-чуть бы немножко потеплее ему быть. А так в целом, посмотрите, прозрачная. Медузки плавают, как и вчера, наши любимые. Люди купаются. Мало. Ой, правда, здесь холодно. Слушай, Дим, вот я сейчас наступила, тут холодно действительно. И вот барашки от ветра. Прохладно. Там вот идет нормально, да? Если здесь холодно, то там вообще прям так ледяная какая-то. Сейчас вот дойдешь, вот тут вот где-то она начинается. Потрогай, Сашуль, там ледяная. Правильно. Это мудрое решение. Вот я даже уже вот немножко подхрипываю. Слышишь? У меня голос немножко хрипит. Вот я не хочу вот в такой воде, конечно, купаться. Я хочу оставшиеся денечки провести, не болея здесь. Ну, сейчас придем домой, от песочка помоемся. Тоже не решишься? Нет, папа уже купался. Ты купался? Пока я лежала, да? Понятно. Да, спасибо. Да у тебя даже плавки полностью не намокли. Сейчас медузка-то тебе подплывет. Прикинь, даже вместо шапки. Встаешь. Что-то тяжело. Давай. Блюмк. Что-то разбежалась как. Сашка. Главное разбег. Главное был разбег, а тут остановиться перед этим. Все. А, нет, еще не все. Все. Мы пришли в местный магазин, пока у нас машина охлаждается, да, за лепешками. Смотрите, тут интересный суп гороховый с копченостями. В брикетиках продается, как раньше были. Еще вот такие супы есть, сухарики, лавровый лист. Чем тут интересные такие вещи. Грызли, чипсы воздушные, грибы, бекон. Сашка, что-то тут, какие-то конфеты. Это сахар один, Сашуль. Тут один сахар, да, конфеты. Изобилие. Тут один сахар. Это тоже сахар. Но не сахарный, это вот сделанный сахар. Печенье, вафли, цикорий. Тоже чай есть интересный. Также вишня, калина, облепиха, жимолость, ежевика, брусника, сушеные. Вот мне калина, я дома пью, в Москве. На любителя, конечно, но я все равно несколько ягодок кидаю, потому что очень полезная. С арахисом, зайчик. Смотри, с цветочками чай. Угу. Да. Покажи, пап. Что тебе тут понравилось? Зайчик вот этот с орешком понравился? Да. Возьми. А что это? Ну, не знаю, какие-то конфетки. Вон тут они разные. Зайчик. Только срок годности. 11/04/24 год. Подальше возьмите. Тут я не люблю, когда все трогают, ходят. На, держи. Но это не игрушка, это еда. Угу. Ну, пойдем. Ну, захотелось ей зайчика. Также вот из интересного такого чечевицы продается в пакетиках для варки. Я редко такие тут встречаю. А, такая чечевица желтая. Желтая, горох дробленый. Вот такой вот мы берем. Хлеб.
Сашпрот? Нет, лучше бородинский хлеб. Лимоны, клубника, персик, слива в легком сиропе. Можно самим сделать. Вот рыбка такая вкусная, пахнущая. Вот, Дим, смотри, ты видел? Ты нарвал кизила. Вот то же самое, как у тебя, только у тебя более не такой свежее. Тут вот он. 176 это рублей тут килограмм. Ну, это домашний. У нас нет разницы. У нас все от природы взял, всю силу. Пойдем. На кассу уже потихоньку. А это что такое интересное? Красный винный уксус. Рыбный соус. Тоже рыбный соус. Да? Красивый. Горчица крепкая. Пойдемте тогда пробивать уже потихонечку. Тоже шпроты, да. Сидит, смотрите. Эти лепешки чем вкусные? Они с кунжутом. Как ты говоришь, тибетский чай. Дим, ты будешь? Тибетский. Нет, лепешку. Давай. Лепешку, чай тибетский. Шашлык. Саш, дай-ка я тебя отломлю, ты правда сейчас съешь и кушать не будешь. Давай, тебе каждому по кусочку. Он тебе самый большой, Саша. Это домой. Пробуй, шеф, по щечка. Ты щечка. На улице 36 градусов. Но на солнце, наверное, больше. Как нас слышно? Прогулка номер два. Пойдем сейчас сходим в Ерандейки. У нас меняется погода, видимо. Ветер прям сильный. Да, ветер обещались. А, мы пойдем сейчас. Я думаю, что ничего не слышно. Да, ладно. Сейчас включусь. Мы зашли в магазин. Мини Прайс он называется. Сейчас смотрим здесь, может быть, что-нибудь машину пожевать. И наткнулась вот на такие кириешки, ну, видели, да, вот эти сухарики в магазинах продаются. А то, что снейки у них есть, я еще даже не знала. Снейк со вкусом пиццы, сыра, баварская сосиска, сметана, зелень. Интересно. Еще есть у них какие-то аргентинские ребрышки. Так вот. Разные жевательные какие-то. Конфетки с Бабой Ягой, апельсин со вкусом яблока, клубники. Интересный такой магазин. Фруктовые пастилки. Такие вот набрать в машину тоже, да? Яблоко, клубнику покушать. Чизбургеры, чипсы. Жевательные. Мармеладки. Вот это палочка какая-то, сахарная пудра. Что, прям рот высыпается? Интересно. Так, я, наверное, Сашульке возьму вот такой вот мармелад, машину. Вот такой вот. И что-нибудь из такого мармелада сейчас посмотрю. Вот тут вот накидала. Сейчас еще есть какие-то шоколадки. О, смотрите, мороженое делать. Клубничные, ванильные, шоколадные. По 35 рублей. Кофе. А это что такое? Что-то китайские палочки какие-то.
Или корейский. И это что-то такое непонятное. С синим языком. И вот еще, смотри. Ну что-то Кока-Кола, по-моему. А вот написано. Конфеты кислые, спрайт. А нет, почему спрайт, нашел, если Кока-Кола? Какие-то тут конфеты, кислые лимоны, маракуйя. Ну хорошо, хоть смотри, подписи есть. Вот видели когда-нибудь такое? Нет, что такое? Конфеты, супер кислый лимон. Там чипсы. Ага. Палочки какие-то. Палочки йогуртовые. А это, наверное, взрывная. Леденцы на палочке, шипучие фруктовые. Вот тоже, смотри, прикольный. Вот это. Мармелад личи. Это жевательные конфеты. Вот еще какие-то. Это дрожжи фруктовые. Ах, вот. Чипсы, фиолетовый картофель. Вот это да. Конфеты, жевательный персик. Кислый лимон, маракуйя. Отпуск – это когда тебя отпускают. Пакетики какие-то. Пакет для путешествия написано. Согласна с выражением? Набрали мы тут жевательного мармелада, который я вам показывала. Вот. И еще взяли с Димой такой, да. Такой. Сашульчики вот такой вот маленький, я нам разъел. Ну, там такой же. Угу. Так. Может быть, здоров вот этот. Две жвачки взяли. Взяли две жвачки. Китайский, непонятно. Китайский. Китайский, корейский, японский, непонятный. Сейчас попробовали. Давай, открывай. Нам одну сказали, одна арбузная, другая кока-кола. Две штуки 35 рублей. Не по 35, а 2,35. Может, есть не станешь? Ну, может быть. Подожди, еще не вытаскивай. Не хочет. Давай еще что-то такое сделаю. Вот, пошире. Холодок какой-то. Холодок? Да не, на холодок похоже. Раньше, помнишь, холодок был какой-то там? А, подожди. А, ну вон какая трава. А, вон они как еще. На. А, они упакованные. Ой, интересно как. Я такие даже не это, не встречал. Ну, пахнет, знаете, старой советской какой-то жвачкой, конфеты. Да. Да, что-то. Что-то она не очень. Нормально. Ну, хотя. Не, вот сейчас вот вкусное пошло. В общем, не успела я вам сказать, потому что там... Не успела, не смогла вам сказать, там дети ждут. Мы пошли в мир индейки мясо купить. Ну что, неплохая, да? Да. Посмотрим, так, сколько у них сладость продержится. Да? Лепешечки уже купили. Бедро, по-моему, 498 рублей. Угу. За ГГ. Зиму, вы думаю, может быть, перец фаршированный взять? Или голубцы? Давай, Дим, решайся. Вареники со шпинатом, вареники с адыгейским сыром, сырники, пельмени. Мы с Димой взяли голубцы. Ага, и шеи для супа. Чуть-чуть. Ну да, все уже. Стараемся много не набирать. Пойдем.
пришли мы домой, поставили голубцы. Вот они все у нас тут. 2 килограмма вместилось. Отлично. На часик. А сами, наверное, пойдем еще погуляем. Закончится, выключится, и ужин готов. Дим, пойдешь? Пойдем одеваться. Еще погуляем. Как раз время-то еще 6 часов только. 6, еще часик можно гулять. Угу. Сейчас выбросим пакет. Ты весь мокрый. Да, ничего страшного. Убрать шапочек. Пошли. Угу. Еще варенье надо сегодня делать, да? А, да, мне варенье сегодня надо варить. Дима, решаем, если будет завтра вода холодная, что делать? Ну, гулять пойдем. Да, конечно. Да? Давайте. Прогуляемся. Будем, ребят, на сегодня прощаться тогда. Чем мы сейчас пойдем погуляем по району, потому что да. Магазинчик заскочим. Будем готовить, кушать. Да? Да, варить. Все стандартно. Варить. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока.